Город Хасавюрт, школа номер 8, учиться 7 класса, Вагабова Альфия, 13 лет. Есть такая профессия – Родину защищать. Есть такая профессия – Родину защищать. И в лихую годину честь страны отстоять. Пролетело столетие, 41-й прошел, но в сердца ветеранов он навечно вошел. Были взрывы, пожары, жизнь, как огненный смерч, никого не жалели, лишь бы землю сберечь. Землю нашу, родную, от фашистской орды, и вставали навечно у могильной плиты, и бросались в атаку, и редели ряды, уходили солдаты прямо в пекло войны. Никого не забудем, будем помнить всегда, и враги пусть запомнят, к нам с бедой никогда. Кто с мечом к нам рвется, меча и падет, будем бить беспощадно день и ночь напролет. Где-то плакала скрипка о прошедшей войне, воздух камнем спекался в поминальном костре. На груди засверкала праздник ордена. Сколько жизней погибло, а победа одна. Память всем, кто погибли, честь и слава живым. У 9 мая много горьких сидений.